друзья, сегодня вам хочу сделать небольшой обзорчик, значит, по интернету. Почитал отзывы об редукторных стартерах на МТЗ-80. Уйди отсюда. Значит, нашел я магазин, который по интернет-магазин. Вот визиточка, я вам подробно ее покажу. Здесь указан телефончик. Позвонил, значит, и мне сказали, работает наложенным платежом. Значит, подкупила меня цена стартера. Значит, редукторный стартер на МТЗ-82. 4 киловатта его. Вот он какой новенький, красивенький. Маркировочка. Значит, такой стартер я видел у наших фермеров, которые ставляют, на трактор ставят его. Крутит он очень бодренько. Буквально одного аккумулятора летом. 120-й, по-моему, стоял у человека. При мне он заводил его холодный, утреньком. Прекрасно он его заводит. Мне он понравился. Я решил на зиму приобрести себе такой стартер. На новый МТЗ. Потому что прямой стартер тяжеловато заводит. Значит, хотелось бы услышать ваши отзывы. Ну и какие проблемы возможны будут. Производитель дает гарантию 5 лет от этому стартеру. Стартер Сульяновска. Еще раз подробно остановлюсь. Визиточка, вот номер бесплатный по всей России. Позвонила я по нему. Приятные менеджеры. Сразу спросили адрес, куда выслать наложенным платежом. Значит, 9 июля я ее заказал. Сегодня 16, я ее уже получил. Очень радует. Ну, вот такая у меня радость сегодня. Кто владелец данных стартеров, которые ставят на трактора, хотелось бы услышать ваши отзывы о них. Хорошая покупка или же я, скажем так, не очень качественный товар приобрел. Спасибо, друзья. На этом обзор прекращаю.